вся правда о курсе скальпинга. А то так много специалистов кругом, все в комментариях прям лезут на перебой рассказать, как все на самом деле устроено. И что у нас тут это лохомолотилка, что мы просто тут это бегаем с очком по улице, лохов ну, выцепляем. Еще раз говорю, я видел практически все курсы в СНГ на русском языке. Ничего там нет вообще, ничего из того, что есть у нас. Это факт. Это я могу, как говорится, с кем угодно спорить, любой может выходить, будем сравнивать просто по плану хотя бы. Это раз. Второе, не идите на этот курс, если у вас нет денег. На последние и на кредитные бабки, на взятые из заначки деньги идти не надо. Это, если из заначки взяты, это вообще предатель в семье. Если кредит, то это вдвойне идиотизм, потому что будет адское давление. Очень сложно заработать, когда на тебя что-то давит. Значит, зарабатывать легко и непринужденно можно, если попа прикрыта. Значит, третье. Какие, значит, ну, обычно вопрос, вот вчера буквально человек приходил, вот он собирается учиться, и вот он такой мне вопрос задает. Ну, только честно скажи, говорит, а вот когда я смогу стабильно зарабатывать? Вот какое нахрен стабильное в трейдинге? Вы совсем рехнулись. Здесь нет стабильности. Это ж от минус 10, плюс 20, 30 тысяч разбег. Ты можешь себе представить? Вот такие реалии. И только от тебя зависит, в какой из этих зон ты окажешься. Только от тебя. Ну, плюс, да, от какой-то удачи, везения, от текущего состояния рынка, того, что все равно ты сможешь найти. Вот, поэтому, пожалуйста, не задавайте вопрос, сколько я заработаю после курса. Это только вам на него ответить. С другой стороны, появилась теперь четкая и понятная система отбора трейдеров внутри курса. Значит, 2 недели идут голые лекции об инфраструктуре, о рынке, там, про маркетмейкеров, там, как все это устроено, как взаимодействуют, там, ребейты, ICN-ки, там, даркпулы, значит, что мы делаем, как нам это, значит, использовать, на что смотреть, значит, там, ну, немножко объясняем там, варианты price action. 3-я неделя – это стратегии. Вот каждый день по 1-2 стратегии. Прям с десятки примеров, по нескольку видео, ну, реальных трейдов, где я там либо теряю, либо делаю там плюс-минус, ну, там, приличные суммы. Но главное, что вся 3-я неделя – это каждый день отдельные стратегии. 4-я неделя мы торгуем вместе. На 4-й неделе, естественно, выдается уже реальный счет компании, который остается с трейдером на все время работы с этим счетом. Есть только 3 состояния работы со счетом. Все слил, задолбался, устал, ушел, но уже не, ты не можешь вернуться. Все, счет уже отдал, так отдал, уже ну, как бы свободен. Либо все-таки ну, пробился и сделал нужный план. Значит, что из себя представляет план? Это 7 этапов становления трейдера. Я их обозвал ну, без попытки кого-либо обидеть, но, наверное, определенный троллинг присутствовал. Там начинающий, школьник, студент, выпускник, продвинутый, опытный трейдер и трейдер компании. Ну, то есть профессиональный трейдер. Все. Это 7-й путь. Значит, нужно на каждом уровне сделать определенную норму. То есть есть определенные цели. Например, на первых уровнях это сделать не меньше такого-то количества трейдов с таким-то риском на день. И дальше там, показать, например, гросс в плюс 3 дня подряд, нет в плюс 3 дня подряд. Значит, с 3-го уровня выпускник уже нужно показать 3 дня подряд заработанную сумму не меньше, чем $20 с риском 30, размер позиции 300 акций. Значит, ну, определенный тип акций дается на каждый уровень, чтобы человек никуда не вылазил. В общем, мы его зажали в рамки. То есть теперь вот как мышонок беги по лабиринту, поэтому, но у тебя там есть подсказки. То есть, грубо говоря, ты точно знаешь, что ты должен сделать. И на выходе он должен получить возможность, то есть он уже в самом конце, там один из последних уровней, это нужно просто накопить сумму нет на счете $2000, как это всегда было, и человек получает статус трейдера, профессионального трейдера компании. Здесь есть прямая мотивация. Зачем это мне? То, что курс может что-то принести, про это он пишет каждый придурок. Вы там зарабатываете на курсах, прикинь, прикинь, тебе тяжело от этого живется, что мы и трейдингом умеем, и на курсах умеем, и ты, у тебя просто бомбит одно место, и ты уснуть не можешь, несчастный, что мы можем и так, расслабься, это так и будет. Тогда у нас даже продакшн свой, блин, вообще, у нас студия своя, у нас все свое. Мне действительно очень прикольно будет, если я их выучил, они начали зарабатывать,
И я, и компания, в том числе, с этого могу получать деньги. Ты нанимаешь более свежих и молодых, ну, ищешь их, привлекаешь, чтобы они лопатили и двигали дальше, потому что у тебя уже или сил нет, или ты слишком занят там, тем, во что ты уже врос, и тебе как бы уже туда все равно двигаться, но в остальные стороны тоже кто-то должен развивать. Вот для чего все это надо, вот зачем этот курс, вот зачем очень хочется, чтобы они зарабатывали. Не надо ничего бояться. Шансов очень много. Это не единственный ваш шанс, отнюдь не единственный. Их очень много. Это всего лишь деньги. Не ставьте их самоцелью. Ставьте цель пройти вот этот отбор, пройти все эти этапы становления и что-то найти, что-то создать, вот, что-то новое, чего до вас не было. Вот если у вас будет такая цель, если вы ее осознаете и примете, то, скорее всего, у вас пропадут любые страхи, и ваша обездвиженность превратится в какой-то такой в направленный экшен. Поэтому не надо бояться. Будьте дерзкими. Тут уж пришли такие, у вас были амбиции, куда они делись? Они должны остаться, они должны только увеличиться. У меня все. Кто-то там топает, да?